Nenorocitule, te rup pe tine și pe măta aia împuțită. Все карты просадил. Вот, блять, да. Ай, да свои, успокойтесь. Он, блять, он меня расстрелил в упор, я как-то просто от испуга повернулся. Берлин, танк, текст. Видимо, тебя не установлен, вот, может быть, установлен. Установлен, у меня, скорее всего, миллион раз переустановлена игра, не прописаны там конфиги, кэши, скорее всего. Может быть, буду скачать архивчик. Время, какая-то хуйня была. Ну, короче, я не знаю. Меня периодически подгружают. Какая срань. Давай потом теперь не дал. Ну, тут сегодня обычно. Может, на форму такая же, только синяя. Ай. Прям поднялся дом, который левый высказался. Да, я вижу. Ты выглядываешь из угла. Ебать, нормально. Бедра. Блять, откуда?
Ах ты ж засранец. Алло, не слышно. Ага, привет, алло. О, да. Отлично. Это шо, микрофон? Блять, синяя форма немецкая, да? Выебись. Вот это поворот. Как классно. Это одна из неплохих карт, я сказал бы. Да, вполне приятно. Пуля, стреляй из пулемета своего, ёпта. Блять, я так разложен, что неудобно мне стрелять. Штука едет на центр с левой стороны. Да, я вижу. Делай, чтобы тебе было удобно, Калёня, ты что делаешь, ёпта? Так, он встал просто. Блять, сука. Слева бегает. Сука, меня. Что, готов? Отлично, ёпты. Включаем режим рембо. Правая сторона, бежит к нам два человека пехота. Не такой сарай, не поленится. Пуля, ты разогрел свой пулемет? Там еще штук второй. Ты ж сказал, ты убил штука, кошка! Их там два было, я не виноват. Надо было уточнить, когда я режим рембо включал, то ёпты. Штук готов? Отлично, ёпты. Включаем режим рембо. Правая сторона. Бежит нам два человека пехоты. Не такой сарай, поленится. Пуля, ты разогрел свой пулемет? Там еще штук второй. Ты ж сказал, ты убил штука, Коля! Их там два было. Не виноват. Надо было уточнить, когда я режим рембо включал-то, ёпты. Некоторые даже не видел. Бля, заебись. Вот это он нормальный киллов сделал. А кто нас трахнул-то? Странник? Да. Хорош. Вот это ему просто плюс 4, так, херак. Ну давай. Без маски стук заходит, да? Еще маршрутка приехала, да? Слева. Это танкист бежит? Так, а далеко-далеко полил. Еще один штук приехал слева сами. Вот как раз туда, куда ты едешь, да. На самом деле, Коль, ты вот левее просто подъедет. Ну да, подъедет к вам максимально близко, а мы там пешочком добежим, я думаю. Ну и вон нахер. Может, к забору подъехать и там выйдем. Давай вот тут, давай. Во. Вот туда, через лево. А ты хочешь вдоль забора? Левый, ну, что можно? О, где? Кто не знаю, стрелял? Где-то слева из домов. Маршрутка ушла на правую сторону. Нашли его, нет? Теперь она по центру. Не, вообще не видно. Где-то из домов слева там. Блин, мне приехали. Танки, конечно, калят. Ух, Ой, на поле. Ебать, калят. Чтобы так просто не подбежать, я так понимаю. Поработать. Вижу, ебать, против. Обои срезал. Хорош, да. О, блять, он прям тут лежит, сука. Ах ты, хуй, ты перезаряжаешься. Нет, это сука. По мне, что ли, стреляли? Нет, блять, прям над тобой лежал это. Берем, Коль, сейчас взяли. Красавчики. Давай на центр. Ну, только смотри, сейчас побегут. Сядь, пулемет где-нибудь разложи здесь и встречай что-то. Ой, блять, я понял. Танки! Блять, как они меня затрахали. Он с пушки ебашит, суки. Кстати, это не танкист. А, ну хорошо, окей. По пехоте из пушки, блять, ну что за хуйня? Или все-таки... Нет, это штука. Да, ебанул по своему. О, пацан какой-то завис посреди меня. Ну, на пушке справа сидится. Поворачивай на нас, я ухожу лучше. Ай, мне пиздят! Мне пиздят, я перезаряжаюсь! Ай, больно! Бросай! Хоть! Ай, блядь, он вот тут разворачивается. Блядь, меня отпиздили по всем, что только можно.
Блять, сражаюсь. Отлично, как у нас могу. Танк приехал. Господи, прости. Кто этот прекрасный человек, блядь? Томик, наверное. Давайте я его расцелую в дёсна, господи. Блять, я заебался, чтоб поворачиваться туда-сюда, со всех сторон заходит. Где штук, дать инфу? А? Там где же штук? Там же, где его тогда подбил. А, всё-таки меня, куда? Сука, зацепил всё-таки. Ну, я выдручу, но с танками ничего сделать не могу. А ты ползаешь, да, там? Нет, я бегу. Вот, я прям за тобой бегу. Лучше... Осторожно, маршрутка сейчас переедет вправо! Блять. Гандона. Хорош. Хотя бы попытался. Кто это? Орден. Коля, а ты все еще жив? Да. А ты где? Берешь центр? Да. Я тут, Коля. Вот это ты там лежишь внутри да. бункера. Блин, ох ты, нихуя! Так, ну что, ты вот так постоишь так, а я побегу туда на захват. Штук слева, внимание. Добыть его. Близко. Мне приходится кто-то стрелять из бункера. Понятно. Как бы. Ну ты, блядь, там за этим бункером спрятался, я вообще не ожидал там с той стороны где-нибудь. Штука все еще там слева от левого бункера. Блять, я понимаю. Сам блин, ты. А, ты где? Ты с какой стороны? Я вышел с этого только что почему-то. Да, я пока вылетел. Пух. Надеюсь, что не додумаются. Короче, бегите на эту зону, пока здесь да, танк вообще поедет, то пиздец. Да, не могу, он резко повернулся. Значит, справа выходите. Голоса справа. Игнорируют. Стреляют справа. Да. Ранник обоих убил. Я понял. А что транспорт вообще? Как у тебя дела? Подготовился? Он тут можно притомиться в том. Ты меня спрашиваешь? Конечно. А как его можно было готовиться? Надо защиту кое-что. Пришел домой, морду можно. Рисковать. Не оставляйся. Ты говоришь, как? Ты высядешь. Блять! Не останавливайся, ты высядешь дальше. Сейчас взорвешься. Ну да, наш предупредил. Ну я по этим стрелял там, да, до сюда побежал. Агрессивный предмет. Точно.
и двигаться. Спасибо. Нужен пулемет на левый фланг. Срочно. Стараюсь. Беги. Беги, беги. У меня какой-то еще кар ненастоящий какой-то, блядь. Стреляет как-то странно. Такой делает... По-моему, мне дали какую-то подделку. Из картона. Китайскую. Так, Олег слева. Коля, на левый фланг. Олег слева. И Дима тоже. А, я закончился! Я закончился! В смысле? Блять, я на этот... от бедра херачился чуваком. Как? Хуёво. Он от бедра тебя перещеголял, да? Кто ж там-то стреляет? Да он на холме лежит там. Суки всякие стреляют. О, это ты, Коль, работаешь, ты? Коль, да. Ты работаешь? Да, да, да. Так, они Коля, не работай. Не надо. Коля, выходные хорош. Завтра не работай, нихуя. Хорош. А у меня вот. Я ж тебе говорю. Да мы тут отвлекают. Здравствуйте, Сайленс. Короче, наши будут падать. Опа, шутцы идет. Сейчас, блядь, начнется игра, ёпт. А он за Россию вышел, да? И шутцы еще никуда не зашел, фронтовик сюда едет. И чувствую, мне сейчас надо напить в своей ебучей маршрутке. И сейчас, пиздец, надо уходить, сейчас машина сюда подъедет. А я уже близко. Ой-ой-ой! О, хорош! Ходи, блядь. Блядь! Где война? Блядь, Спасибо. Осторожно! Эй! Коля! Спасибо, Коля! Отлично, живём! Я умер. Не могу ничего пропустить. Не пробивай! Жди его оттуда. А, это Олег был? Да. А я тебе по тебе попал, когда ты бежал, да? Попал, да. Блять, ну я тебе говорю, у меня винтовка искусственная, сука. Ага. В рук попал. По-моему, когда я попадаю в кого-то из-под РД, он умирает, это гораздо более обидно. Ну просто из-под РД у тебя из папье маше. Ага. Да он не какая-то там гражданка. Даже орешек. Ни хрен, да? Ты высунулся из-за того, что ли? Да, я не думал, что такое само представляется поймать. Идите-ка вы идите, хорошо срезал. Я тут слева Олега разложил, чтоб тебя не убили. Окей. По центру бегут, Коля. Блядь, у меня какая-то винтовка. Это ты свои, что ли, помнишь? Или это враги уже на зоне? Так кто меня пиздит? Кажется, в доме у нас уже есть пацаны забежали, прикинь? Да, да. А-а-а!
Есть! Ой, тру, тру, тру! Они попал! Трухи, сука! Граната туда. Я зарезал. Ой, это свои или враги? Я не пойму. Не знаю! Я свой, я тебя ранил, блядь! Блядь, ты же меня что ли стрелял, оказывается? Я тебя один раз выстрелил! Блядь, что за баги? Что за... Пиздец, блядь. Олег, потом на видео посмотришь, какая-то хуйня, ёб твою мать. Настрел в стене, когда я лез человека? Нет, я в него выстрелил, а он, короче, у меня моргнул, пропал, как этот, как призрак такой. Я думаю, ну ладно, текстуру моргнула. Зашел внутрь, хуяк, чувак здесь. Заходите внутрь, чуваков нету. Через окно запрыгивайте. Есть. Ой, трое, блядь, трое, сука! Граната туда. Я зарезал. Ой, это свои или враги? Я не пойму. А, это не знаю. Я свой, я тебя ранил, блядь. Да убил. Слушай, ты меня стрель стрелял? Я в тебя один раз выстрелил. О, отлично. А ты, отлично. Сука, что, какие-то лаги происходят. У меня сбился прицел, не попадаю, не убил. Слушай, здесь какое-то лагучее место, пиздец. Коль, залетай. Я побежал этого. А я тоже пацан. Блядь, сука. Форма немного забагованная, Филиппайд, то есть тут все забагованное, блин. Да, потому что пытался, да. Вот, просто видишь, когда срал. Что с щелком творится? Я не понимаю, что вообще происходит, блядь. Блядь. Это я был. Так, я не предлагаю всем идти, надо копаться. Посмотри, что там, Олег. Не вижу ничего. Они всем внизу, надо гранат. Так, прикрывай, Олег. Сейчас гранаты отработаю. Окей. Ой! Блядь, ты был в миллиметре смерти сейчас. Хорош, хорош. А где, а чё? Что за хуйня, блядь? Я кидаю гранату, короче, она внизу пропадает и все, и не взрывается. Мы взяли сетку, я теперь, да? Разгоняем, надо быстренько. Враги. Блядь, спасибо, спасибо. Кто стрелял сейчас в этого? Я. В чавку. Спасибо большое. Да, да. Я промазал, когда залезал. Танк. Танк подъехал. На фармхаус подъехал танк. А что за ник-то это? Это случайно не Вася? Вася Батарейкин, все правильно. Узнаю почерк. Нет, странник, ты хуёвый снайпер. Не обижай его. Блядь, прямо надо, то есть, вышел из танка. Шушу. Эх, почти заколол. О, хорош! Не забил, но... Не успел спасти долго, расслабился. Архаус берем, сейчас возьмем. Если он не отхватываем, вообще заебись. Да, пулемётчик там. Взяли. Внутри сидит. Беги, беги, беги! Ай, Коля, хорошо, я, блядь, не выстрелил в тебя, блядь. Осторожно, открыл дверь, Коль! Перезаряжаюсь! Прикрываю. Ох, сука, шица ебаный, блядь. Он успел тебя трахнуть? Да. Привет. Привет, да. Привет. Немец, вижу. Лео. Сейчас на тебя выйдет. Около этого самолета, да? Там где, там же слева. Спавны перепутаны у советников, да. А? Справа снайпер. Mm-hmm.
показывать, мне сенсей указал, откуда он, ты знаешь. Ну да, ну то есть можно Steam аккаунт как минимум его найти. Ну да, далеко. А, вот он есть, ну да. Евгений Russian Federation. А он твои видосики чекает, нет? Не знаю. Сначала не уверен. Что-то комментировал. Ой! Хорош выстрел, калю не прикрыл, ёпт. А я думал, что не все. Что, туда одна точка, что ли? А, это я, наверное, с какой-то другой карты путаю, там, где много точек. Просто он так вернулся. Жесть, посмотри. Они же против немцев, да? Да, тебе против фингеркров. Я все с этими ебучими этими. Коля, я там забегаю, Коля, я забегаю. Коля, я забегаю. GG. Ух ты! Так это же наконец-то. Был сучара фронтовик! Да, он на пушке и сидит, ты не знаешь? Ах ты ж гандоний рот! Это да, массажа. Коль, подтверждаю. Неплохие эти. Персонал. 6-0, не хватит его нащелкали, блядь. А, у меня в смысле? Или у тебя? А, у меня. Тебя, да. Я еще только ползу, блядь, я пополз и меня убило, блядь, снарядом. Кто тут стреляет, блядь? Где две точки-то не отхватываем, да, уже? Да, все, с ними уже все заебись. Спасибо, пока я захожу. Допусти меня. Что за... На крыше слева! На крыше слева, фронтовик! Не могу, не вижу. Я слышу вас. Надо видеть. Хорошо. Его убили? Нет, он там живой, я сейчас пойду его подвижу. Это плохо. Сейчас мне пиздец. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо! Знал, что я перезаряжаюсь, да? Я видел, да, даже. Это плохо. Сейчас мне пиздец. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Ты знал, что я перезаряжаюсь, да? Я видел, да, даже.